Погода, конечно, сегодня так себе. Ветер такой довольно сильный. Не холодный, но такой прохладный. Никос. Никос. Это такая чика. Большая тоже такая, слышишь? На тем? Да. Па. Че? Это водная с мультика Фредди. Заглохли, понял? Лех, ну зима не будет им настроения. Смотри, булька бежит. Где? Ну, будешь с собаками играть. Ну, вон, смотри, мальчик какой-то уже есть там. Видишь, булька? Муха встречает. Почему они любят нас? Всегда встречают. Писался солнцами. Папа, звони этим мальчикам. Сейчас ты пойдешь с ним, будешь знакомиться сам. Давай, побибикай с ним. Папа, я приду. Где? Собаки? Христос воскрес! Тим. Счастья, любви, процветания вашему каналу. Надеюсь, в следующем году мы встретимся с миллионом подписчиков. Спасибо. Выходите, Мур. Тим, выходи. Так, это первый наш подарок. Хотим. А их два? А можно ему сейчас показать? Да, можно. А сначала надо, будет загадка. Это что-то нарисованное. Ну да. Это да. Мы. Да, и надо догадаться, где вы. На свадьбе у вас? Сразу? Да? Да. Жених с невестой? Нет. Нет. Тут на следующий раз мы оставим. Это мы все полностью повесим. Классная такая. Наверное, и подписано на память вам тоже. О, с днем рождения. Дела семейные. Чернички. Дела семейные. И еще один. Еще один. Давай я. А тут надо. Сейчас еще не уходите. Вам тоже должна быть догадка. Ну, точнее, вам разгадать, что это такое. Пушка. Неправильно. Раскрывай. С пакета доставай. Черничный хутор. Ну, в этом догадался, это? Да. А что это такое? А сюда надо кочергу засовывать. Подожди. Неправильно. Подожди. А что это? Свежепокрашенное. Да. Чеха. Я не знаю, я сдаюсь. Сдаетесь? Да хотя бы надпись, понятно-то что? Не, ну почерничный хутор, понятно. Говорите правду. Недостающий элемент. Для этих. Класс. О, так они такие. Ого. Как шпаги. Шпаги. Спасибо. Спасибо, да. Ну, вообще круто. Надеюсь, мы угадали. Тяжелые, крутые. Конечно, угадали. Вообще обалдеть. Подготовка на чернить нам идет полным ходом, да, Никуш? Мы приехали пораньше, уже 12 часиков. Что ты засыпаешь? Тим уже скачет. Тим! Тим! Ты еще не вылазишь? Сейчас я иду. Это диско. Это дискотека здесь будет, да, Никуш? Будешь тут танчить? Скажи, здесь будет дискотека.
одна палатка. Шашлычок уже тут скоро будет жариться. Это вторая палатка для дня рождения. О, Никуш, смотри, как красиво. Смотри, где наша картина повесилась. Ого. Крутецкая штука. Тима, как ее зовут? Не знаю. Себе домой такую возьмешь, может? Да. Что ты будешь с ним делать? Так чего? Гладить буду. Он думает, что это его мама. Да, конечно, вольер бомбический просто. Дик, Дик, как дела твои? Что, хочешь на день рождения? Ты еще не одичал, не одичаешь. Знаете, большой плюс хутора в том, что здесь вокруг деревья и не так холодно. В городе как-то холоднее было и ветер сильнее. Здесь он есть, но не такой сильный. Дикие вообще красавцы. Вообще, смотрите, как они отличаются. Ножи от нарезки тупеют. Столько всего. Что, уже подустали тут? Никош? Ты решил подкрепиться? Да что? Тебе нравится такая комната? Да? Красиво? Никош? Шо? Не, еще не был там. Один она будет спать. Коляски? Ну да. Деревенская микроволновка. На батутах. Не знаю. Вроде самостоятельно. Зай, иди быстрее. Костя! Иди сюда. Быстрее. А он там не разбутый? Разбутый. Да, разбутый. Ну ладно, не иди, я сама к тебе пришла. Здесь сегодня можно. Днем рождения! Днем рождения тебя! Дожбусти! Это тебе. Любишь динозавров? Ну вот, держи. Что надо сказать? Спасибо. Давай, да, доставай, нет. Достанешь, посмотрим, как он топает. Ты от вами. Давай. Классный, правда? Нажимай, включай его. Включай там. У нас похожий, да? И пускай только другого цвета. А у меня такой нет. Ну, только другого цвета, да? Будет тебе друг ему, да? Ну, все, друг будет у другого, у того динозавра, правда? Нравится? Класс! Мне тут решили вот такую красоту доверить. Может, не уходить? Так, куда? Да. Я хотел не нести. Надо чем-то помогать, нет? Надо пооткрывать. А мы такие... Нет, давай, наверное, я буду резать, а, наверное, ты уже тогда бери это самое. Сервировать? Сервируй что-нибудь. Может быть, только... Никоша, нравится ли это? Да, конечно. А, Настя, сюда. Походу, нет, это ты, или японцы. А кто это едет? Японцы. На хупере или японцы? Сейчас анекдота начнет, наверное, сразу. Я не знаю.
Здесь наши именинники встречают всех гостей. Вот здесь место встречи гостей. Перед главным входом уже приехали вот раз, два, три, четыре машины гостей, но это еще не все. Видимо, тут даже, я не знаю, Никуш, хватит тут места всем разместиться? Ну, найдем, в принципе, гектар большой, если что там у овечек с баранами. У Гоги пойдем, попросим место, да, Никуш? Потому что эти Мур что-то нас там зовет. Идем! Я бы с мультиванов уже было 3-4 штуки. И вот эти двигатели 2.0. Я снимаю. Ну что? Могу оставаться? 2.0 битурбо. Тим, ты сам обулся? В гараже на такой мультиван. Колоночка. А что это, Люка, едет или заблудилась, или что? Я не знаю, позвони, если своего. Сейчас подождите, чуть-чуть будет весело. Я все снимаю. У меня мама фанатка Чудесного хутора. Короче, это камера, она снимает сразу и для Инстаграма, и для этого. То есть, ну, понимаешь. Автоматически идет. И она еще может 360 снимать. Ну, 360 я пока не снимаю. Мамочка, глядите, какие тут на заходе столы. Брещуки это померщицкие. А мамочка где живет? Не, ну у меня мама у меня в Витебской области, а батя Полесье, там Петриков, ну то есть я такой полухлопец, полумалец, полусмалец. Не, они сейчас на даче в Минске, ну то есть Макбака. Вообще ничего не понравилось, как-то все как-то. Ты же там не первый раз был? Нет, раз десятый. Не, ну самое главное, что я получил сертификат подводника, что я нырял, черепашки всякие, манты. Сапрано, да? Потому что полетел фалангист. Вы на свободном дыхании, да? Да, на задержку. На задержку. Да. Просто, он тоже просто не признается на камеру. А у вас здесь где-то вода есть? Ну, то есть, ну, есть, да. Озера есть. Озера, трава есть хорошая. Вот я тоже думал, ехал сейчас. Думаю, может мне продать свой дом этот в Силиче. И уехать куда-нибудь на родину, в папе туда, на Припять, знаешь, и там построиться. Потому что я когда покупал участок там... Ты знаешь, это у тебя в пандемию такие мысли пришли. Они пройдут потом. Просто когда покупал участок... Что интересно слушать? Он был у меня на краю, а там же Лагос. Интересно. Краевиды, знаешь, такие... Холмы. Холмы, да. И было очень красиво. Ну, потом сельсовет за полгода продал все участки. Я сейчас... Вот так вот красиво сдалека смотрится дом. Все гости приезжают, и всем очень интересно пойти посмотреть, как он вживую. Все видели на видео, но вживую он вообще по-другому смотрится. Мы сейчас тоже пойдем сходим, сейчас Тимура заберем и пойдем сходим, да, Никуш? Что? Писеть? Иду. Давай. Нет, у меня свое. Возьми. Пойдем посражаемся. На, папа возьмет. Пошли с тобой. Сейчас побьем всех. Пошли. Идем. Пошли. Конечно. Это для Инстаграма просто. Раньше. Вот хозяин Димочка. А вот господин Пчеловод. Вот вы меня не знаете, а я вас знаю. Ну я так батюшка никого не знаю. Видел, как меня называют? Зимочка. А ты все лошара. Как он может тебе 5000 косарей должен, если ты ничего не должен? Здравствуйте, Илья. День добрый. Юрий. Да, Илья там в Инстаграме очень много. Вон, смотри, дядя будет биться. Подожди. Смотри.
Сейчас нет, вот война. Нет, тот парень, который так, подожди, там... Подожди, ну что, давайте, Ваня, с пчеловодом. С дядей Юрой. Обычные яйца, обычные. Обычные яйца, да. Обычные куриные. Как молодой. Ты... Нежно, нежно, как с девушкой. Держи, бей, Ваня. Стой, не сильно. Что? А это уже не будет неестественно, Дима, это не будет неестественно. Вот здесь все слюди. Да. Давай. Бей, Ванька. Нежно надо, все, ну все, так свое покажи. Ванька, я забираю. Ну, такая традиция. Тим, всё. Тим, вызывай дядю. Давай-ка, Димка, бей дядю. А пускай дядя бьет. Стой, другой стороной. Бей, пускай бьет. Давай дядя бьет, пускай. Не, дяди нет, бей. Так, бери. Не, подождите. Стой. Нету его детства, бей. Во, давай. Бей дядю. Сильнее. Сильно. О, Ваша, выиграй. Ты что, бочок подставил? Удивительно, почему оно не деревянное. Так это же ребенок, да? Дети должны всегда побеждать. Принц, ваша игрушка, да? Да. И как эту игрушку зовут? Соник. Мальчик и крас Соник. Ну да, действительно, это с тех времен. Нет. Тим, скажи, так ты подарок мне сделал, у тебя тоже сегодня день рождения. Да? Да? О, там не яйцо, а бомба. Нет, я так не дружу. Дядя сразу испугался. Давай. Это не яйцо, а бомба. Па, ну что, буду добивать. Вон. Не-не-не-не. С мальчиком. Ты видал? Ну, Тим, ты понял, смотри, какого мальчика большого. Оно, броня. Там он, дядя Дима тоже в сарае. Но... Подожди. Тим, на, Соника. Пчеловода? Николь. Положи пчеловодик ее. Вот она тяжелая такая. Где полотенце? Я пойду, вот же там яйца лежат. Где полотенце? Ищи там. Воистину воскрес. Да. Слушай, мы одни такие, на походники. Правильно. Вы наоборот правильно сделаешь. Для палатки отдельно. Ты чё? Иду, сынок. Покажи, как ты умеешь круто прыгать, ну-ка. Не круто. Ну, на попу давай, сильно и на попу. Пяу! Класс. Не получилось на батуте. Классно. На этом батуте плохо получилось. Чего? Всегда ясно в головой. Вот этот батут твердый. Дорогие друзья, милости просим для того, чтобы клево вообще оторваться и сегодня повеселиться в такой замечательный прекрасный день. Мы просим вас, приглашаем Дмитрия Валентина, верно? Приглашаем. Ну а я как на правах сегодняшней ведущей, сегодня для вас работает Людмила. Я хочу аплодисментов, да, от вас. Спасибо огромное. А, ну, сегодня в гостях не только вообще я вас, да, Дима и Валентина, у вас очень много гостей, да. Пришли к нам из, словно, города Минска, да, столица, Илья и его прекрасная команда, рады вас приветствовать, да, и все так выполнены, все рады, что милости просим, заходим, и мы будем 14:00, как и обещала, ха, я же говорила, все будет вовремя, милости просим, заходите.
Что не видит? Это он вообще печеньку. Ну, он, значит, дома кушал. Дима, для тебя, Дим, поцелуй сладким, да? Дима, ты что, отпирядывать? Ну вот на вас посмотришь, вот такое ощущение, что вы работаете на солнечной энергии, что ли? Спасибо, Илья. Блин, я тебе дам сейчас первый лайк, забыла просто, вообще красавчик. А ну что, на самом деле? Я вот если будете себя хорошо проявлять сегодня, вас с Илоном Маском познакомлю. Он на вашей энергии, может быть, новое какое-нибудь изобретение сделает космического масштаба. Илюша, спасибо огромное, все, зачетно. Но теперь давайте вот все-таки готовить ладоши, потому что, смотрите, вот какие у нас клевые все-таки сегодня ваши именинники. Как они готовились, да, мы все это знаем, да, мы общались, мы видели. Сколько труда вообще, сколько сил и все это. Давайте аплодисментами 2 мая действительно отмечает свой прекрасный праздник. Ну просто вообще прекрасная, яркая пара, да, мне тоже довелось с ней познакомиться. Встречаем аплодисментами Валентина и Дмитрий! Ура! Ура! Еще, еще! Аплодисменты! Ну что ж, сегодня красивые пожелания и поздравления буду звучать. Ребят, ваш адрес это все. Давайте, короче, что я тут говорю? Давайте наливаем. Все, поехали. Поехали. Ребят, за удачу, за здоровье, за процветание. Красавчик, аплодисменты, это все Дмитрий! Мой любимый коллега, незаменимый! Да, честно, я уже... 10 лет, я уже его терплю вообще, да. Вот, но на самом деле безумно, конечно же, люблю. Ну что ж, всем приятного аппетита. Я хочу сказать, что, ну, до скорой встречи, верно? Все, давайте, 5 минут. Поздравляем мы вас! Отлично, ну, а, не, ну, я не чувствую такой, знаете, вот драйва, такой вот эмоции, знаете, вот. Поздравляем мы вас! 3, 4! Поздравляем мы вас! Отлично, стоп! Андрюш, вот здесь вот. Очень рады мы за вас! 3, 4! Очень рады мы за вас! Хрен там, вы рады вообще, если честно. Я не вижу вообще радости. Итак, ну, очень рады мы за вас! 3, 4! Очень рады мы за вас! Все вместе поздравляем мы вас! И... Поздравляем! Мы вас очень рады мы за вас. Ну а теперь ладошки и помогайте мне. Аплодисменты Валентине и Дмитрию. А еще, еще, еще ладошки. Я начинаю, а вы мне помогаете. А теперь все поздравляем. И третье аплодисменты для ребят. Ну что, поехали, начинаем. Рады встрече, добрый вечер, пусть он длится бесконечно, нам сегодня будет хорошо. Все! День рождения ждали мы, как наступление весны, и от души сегодня мы зажжем. Давайте дружно встретим пару и зажгем, и вместе с вами гости дружно отожгем. Ладоши вместе и ритмично снова бьем. Все! И от души сейчас поем. Потом все повторим, как-то не пути. Совсем простые, извините. И неизвестный голос скажет, что? И поздравляем мы вас. Еще! Поздравляем мы вас. Очень рады мы за вас. А еще! Поздравляем мы вас. Очень рады мы за вас. Поднимите ваши руки, Валентина, Дима, просто класс! Все! Дружно за руки возьмите, так мелодии качнитесь и почувствуйте, как кайф пошел. Давайте дружно встретим пару, все, и сожгем! И вместе с вами гости дружно отожгем. Ладоши вместе и ритмично снова бьем, все, и от души сейчас поем. Как-то репетили я. Сразу совсем, ну, простые, извините. И нельзя с тобой скажешь, что?
сюда. Ну так давай. Перенесите палатку вот эту, накройте их на палатку. Не перенесу. Ветром не унесло. Билана, со мной, бегом. Тебе что грустно? Почему? Потому что давно, потому что давно не было видно новых деток. Тебе нужны новые детки? Да. Да. Вот вот этих мало. Да. На какой уличке? Как уличке? Не напугал, знаешь? Жена на этом правила. Валентин, как там на вашей стороне? Все нормально? Прекрасно. Отзовите. Все в порядке, все под контролем. Поздравляем! 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 Как и обещал прогноз погоды, у нас пошел дождь. Но празднику это не мешает совершенно. Перенесли музыку мы в палатку чайную. Ну, все остальные находятся в палатке. Всем весело. Как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной, да? Ну, приятно, да, что вы все-таки были в ожидании, да, где же она вообще, да, вот, да такое, честно, у Вика классненько, хорошо, да, чувствуется, что... Можно, да, а что не кнопку не делать? Что? Вы обсуждали, где вы, ну, поняли, что... Ну, вы же поняли, где я... Раз пропало солнце и пропала солнечная энергия, которая... Я поняла. Дорогие гости, ну, на самом деле я предполагала провести, ну, очень много вот там вот конкурсов, да, давайте будем исходить из того, что есть вообще, да, и смотрите, дело в том, что когда мы вот мы готовились к сегодняшнему празднику, мы разговаривали с Валентиной и Дмитрием про вас, дорогие гости, и ну, вот они мне сказали, что каждый гость по-своему вообще уникален, и каждый гость по-своему вообще талантлив, правильно, Дима? Говорили вы не Валюш, да? Поэтому вы знаете что? Дорогие друзья, Валентин, тебе сейчас придется сюда выходить, потому что ты номер один. Валентин, ты знаешь, что мне сказали, что ты просто великолепно просто вообще отжигаешь, танцуешь, и уж кто-кто, но ты танцуешь даже по копирке после костов, что ты настолько энергичный. Давай, проверим, иди сюда. Обманывают, обманывают. Давай. Валенчик, ну, вот как ноги тянут. А как нужно выйти, чтобы быстрее? Еще, Дима, да еще музыку выйти на свой. Спасибо, 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 спас
Чел его берет такой. Я говорю, ну что, что сейчас сделать будет? Ладно. Как будет? Раз, два, три. А сейчас я его притисну между нами. Раз, два, три. Слышишь, ну, давай вот ради интереса с камерой, да? Пройдешься, посмотришь на нашего барана. И вот посмотри, ну, повез бы твой мотоцикл. Там как собака ваша, такой баран. А у нас, пошли, пошли, нашего барана. Пошли, пожалуйста. Машка, Дашка, Белка, Злата. Они убежали. А, так они там тусуются, я видел. Где? Пошли подъем. Вот просто... Нет, я видел там здоровую. Ты пенел. Там только один черный. Чё, чё это такое? Что значит оцепенел? Слышишь, ну? Птички все равно поют даже в дождь, да? Короче, ладно. Он не рыпался даже, ехал вот тихонько. А понимаешь, почему говорят, что овцы покорные? Давайте сфоткаемся. Вы сфоткались? Живей Беларусь. Сфоткаемся. На домике. Я ему говорил раз в сон, без одежды. Здесь нет. Для себя. Пошли на домик. Что ты там видео снимаешь? Ты фото. Но кто угадает, тому кружка. И вот реально, я уже понимаю, что ему кружка, но... А потому что ты где-то... Я, наверное, на его сайте, я на его канале где-то написал, там, приезжайте в гости. Вот я же писал, и вот, видимо, он прочитал, и он написал, наверное, лепеконцы. А я уже не скажу, что это действительно, надо интригуть до последнего, и ему писал, надо ему выслать будет. Будет прикольно. Маша сегодня не приглашает. Никуза, ты не сбужаешься? Дочь. Маша, никого не было. Лапочку сюда, быстро, срочно. Нет, стульчик. Детское время кончено. Все по домам. Чертишный хутор, небо скипси. Чертишный хутор, небо скипси. Это Брестский агрокосмодром. Мы отсюда. Мы отсюда бочку в космос отведем. Там жилье, да? Не, ну понятно. Дима, ноги надо. Фантазии вообще. Вот это. Кто не боится, тот лезет. Для чьей жизни? Вот лезет. Давай ты уже. Подожди, жду, пока. Лезу я на этот чудо-домик наконец-то. Добрался. Все, давайте, ребята. Так, все, сфоткаем, фоткаемся. Можно так? Это домик будет 27. Зубы высунули. Вот вот час было. Давай еще. Раз, 10. Ой, еще одного не хватает. Не фоткаемся. Не стреляйте. Блин. Дима посчитал все. Причёс надо 10 кадров. Смеши, пожалуйста. Эй! Энергичный, веселей. Не переживай. Сюда вот капитанское колесо надо. Нет, сегодня еще даже 2 месяца. 9 марта будет 2 месяца, как мы это все строим. 9 мая. 9 мая, как мы это все строим. Вы трезвитель, короче, место. Вы трезвитель, вот, где Дик сидит. Так, за стол тут, да? Покушайте. Садитесь. Зазор на глаз. Мы будем в сборе с собой. Мы с собой не переживаем. И за столу, и с собой. Давайте. Ну, как бы мы очень... Если меня честно, да. Ну да, сейчас он уже был, знаешь, как на корабле. Ну, может быть. Он качается перфоном. Это понятно. Посмотри, Илюха. Да, так я же говорю, как корма корабля. Будет разряжаться. Вот надо вот так, смотри. И, типа, вот, и вот здесь типа такой... Титаник, да? Типа Титаник, нет. Во-во-во! Титаник!
And I to be. Животы втягиваем, животы втягиваем. Лай, 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 лай. А смотри, а березки все-таки расцвели. А березки все-таки. Дима позвонче пел сейчас. Димка вообще-то на бабу похож. Вот, вот, Наташа, за все, что я тебе, за все, что я тебе не сделал. Дима, где кулон? Где кулон? Она его отобил. Илья, за... Сфоткай меня. Ровно 23-го будет открытие, нам надо сделать перила. Ну он вживую вообще другой, да? Да. Этого всего на видео, на видео этого всего не видно все, что там сделано. Да, там запах, какой там запах. Да, и запах просто там. Просто дерево. Это тот мальчик, который с берега прыгал в воду, да? Да. Она тебе или Коля, Коля. Машину бросить. Она его потащит. Чудовичка, вот еще раз так. Идешь, папе? Николя. Да? Козатурничка. Пип. Маши, пока. Никош. Пока. Никош, пока. Скажи, кому? Пока. Надо с ней дома потусить, ей нравилось. Манечка, подождем потусить. Что, уезжают остальные? Да, покушали, видно, все, едут. Ну, конечно, концерт бомбический просто был. Ну да. Палатка там, условия. Это все. Концерт в любом месте может состояться. Ну да. Главное, обстановка. Ну, они а дали жару. Сколько минут? Минут 40, наверное, да, они тут. Ну, я думаю, да. Вообще. Там время для нас пролетело быстро. Реально круто. Уезжает. Самое главное, что все получали от этого удовольствие. Попрятались от дождя. Ну да, здесь вам кайфово, да? Дождик пошел, пришли сюда тут. В тишине, подальше от всех. Ладно, я хочу на домик слазить, посмотреть еще раз, как там, это я не успел даже глянуть. Блин, ну это, знаете, мечта детства, наверное, каждого ребенка. Да и какой, даже сейчас мне бы взрослым было бы просто круто здесь летом даже спокойно просто ночевать. Утром проснулся и так на владения свои сверху, с вершины посмотреть, выйти тут, чайку, кофе выпить. Очень красиво. Птицы, тем более, с утра тут особенно, наверное, поют. Да и сегодня, знаете, мы с Никушей, когда там гуляли, она, можно сказать, под пение птицы уснула. Тут вообще, тут такой звон птичий. Они даже перебивали всю эту музыку. Ну, тут, знаете, круто. Отдыхаешь от этой городской суеты просто. Ну и Валя с Димой сделали просто, ну я даже не знаю, слов нету, праздник есть праздник. Певцы, тамада, даже я вам скажу так, любая свадьба может позавидовать вот этой всей атмосфере, которая здесь сейчас происходит. Вот там вот песни поют, танцуют.
Но домик на самом деле, когда ты его вживую смотришь, он совершенно другой. Просто ты много чего не замечаешь. Плинтусики вот эти вот. На камере этого не видно, оно на самом деле придает всей этой конструкции, знаете, такой очень аккуратный вид. Ну блин, круто вообще. И это, конечно, мощно. Просто цельное дерево. Блин, класс. Ну еще тут Дим доделает. Будет вообще крутяк. Класс. Дим, конечно, молодец. Постарался. Я не знаю, какой у нас там ролик получится, но у нас уже на двух флешках место закончилось. У Яны на телефоне уже место закончилось. Мы там уже видео удаляли все старые. Поэтому это будет, во-первых, долго монтироваться, во-вторых, это, наверное, будет 2 или 3 видео, как минимум. Поэтому, если немножко с опозданием, они выйдут друг от друга, поэтому извините. Спасибо огромное, повисит Нинушке, не право. Нинушка, иди с Ниной, Так, Ниночка, Нина, ну вот видно, что вы прекрасна, такая вот хозяюшка. Шикарная вообще хозяйка, красивая женщина. Никита, хозяйка. Русская печка, скотти деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Браво, браво. Настал твой звездный час. Короче, ты решила оторваться от своего Артема, да? Выйти, вообще оторваться, напиться с подругами в баре, короче. Когда-то надо вообще, Яна, начинать. Ты не могла эту... Ты шо? Ну я тебя скромной более сделала. Снимай. Ты там вообще проявила себя, ну, мужика сняла. Итак, Яночка, отправимся с подругами. Все, поехали. Вот я на с подругами открывается. Спасибо огромное, вот действительно, Яна, ну у тебя получилось усилить. Знаете, кого вам показать? Валечка, Валюша, знаешь что? Ты просто, ну вот во всех вот оплатах очень хороша. Но знаешь что, вот одно скажу. Все люди как люди. А ты богиня. Все люди как люди, а я суперзвезда. Давай, давай. Валюшенька, любимая, постарайтесь с уважением. Было много дел, я песню не изучил, но я буду читать. Пробрался, чтоб посмотреть, спихулись. Плывут, смущаясь, стаи облаков. Сегодня мы с тобою родились. Моя любовь, губами я тебя возищу. Дышу. И мне не надышаться, мне не надышаться, нет. Нет, этот день, дай мази нам день. Все, мы уже уезжаем. Никош, домой едем? Она уже хочет походить везде. Все, короче, поехали. Все, пока, до завтра. Ну что, все, первый день подходит к концу. А, мы зашьем дома, зашьем. Не переживай. Мы уезжаем, завтра мы вернемся, потому что остается баба Наташа тут. Да, нужно будет забрать нам. Так что
Мы сюда еще вернемся. Все, а сегодня всем пока. Найда. Ничего не переживай, мы зашьем дома. Вечеринка удалась. Все, именинник сдался. Появились новые силы у нас, поэтому кто-то спать, кто-то нет.